По завершении своей танцевальной карьеры Мария Тальони давала уроки балета. И с 1860 по 1870 годы работала в Парижской опере как педагог и хореограф, вела класс усовершенствования балерин. Новый салонный танец «La Tallioni». Музыка Филиппа Штуца. Кадриль составлена Марией Тальони. Реконструкция Сергея Сосницкого согласно описанию, изданному в Париже в 1863 году. Вся кадриль на две пары и состоит из пяти фигур. Предлагаем вашему вниманию первую фигуру. Танцуется на шагах польки-мазурки. Исполняют Анна Николаева, Сергей Сосницкий, Нина Тесейко и Михаил Еременко. Партию фортепиано Кирилл Кашунин.